друзья, добро пожаловать на наш канал. Всем привет. И мы, как всегда, по-прежнему Татьяна и Алексей, и рассказываем вам о жизни Испании все самое интересное. Сегодня мы находимся в очень интересном месте. Это пивоварня, которая находится на побережье Средиземного моря. Сегодня будет интересная экскурсия, мы узнаем массу интересного. Оставайтесь с нами и добро пожаловать на наш канал. Находясь еще в Латвии, уже понимая, что мы переезжаем в Испанию, мы думали, как же назвать. Ну, естественно, с чего ты начинаешь? С первых букв своих инициалов. Имя, фамилия, мы их стыковали, все никак не получалось. Потом что пришло в голову? А Рафик меня называет лисенком, потому что у меня еще были в Латвии удлиненная такая стрижка, и я вот была как лисица. Ну, и я стала, забила в переводчик Google, лисица. Вышла Зора. Думаю, о, как интересно на испанском-то звучит Зора. И опять-таки подходит по цвету пива. Все-таки лиса, ну, зверь достаточно такой хитрый, умный, то есть, ну, нормально. Но Зора тоже, думаю, ну, как-то, ну, совсем одиноко, надо ему какое-то прилагательное. А фамилия у меня Золотухина. Я тоже такая, думаю, золотая лисица. И Зора де Ора получилось. И на испанском звучит очень, ну, звучно, ярко. Всем испанцам нравится Зора де Ора. Потом золото, но это же золото, это богатство. И опять подходит по цвету пива и по цвету лисы. В общем, как-то все здесь совпало. Потом оказалось, что Зора – это национальный герой Мексики. Ну, испаноговорящих, опять-таки, то есть тоже как-то сюда оно состыковалось. Ну и потом, у нас же здесь в Испании много иностранцев. И когда ты приезжаешь первый раз в страну или второй раз в страну, тяжело запомнить иностранные слова, как там сервеса или еще что-то. И самое лучшее, что человек запоминает? Визуализацию, картинку. И я сказала, я говорю, вот будет лиса, любой человек на своем языке, он передаст какому-нибудь своему другу в своей стране, что он в Испании пил вот это пиво, покупай с лисой, не ошибешься. Как называется, не помню, но нарисована лиса. И поэтому вот так это получилось, так это родилось. Это родилось как-то нечаянно совершенно, но всем очень нравится. Потому что ты можешь рискнуть, и начать все с нуля, и у тебя все получится. А можешь сидеть дома и через 10 лет думать, ой, блин, что ж я 10 лет тому назад... я не рискнул, а у меня бы было бы уже то-то-то-то-то. То есть пусть человек решает каждый сам за себя. Вот я для себя давно уже решил, лучше сделать и жалеть, чем не делать. Да, да, либо, как говорится, это делай, не бойся, боишься, не делай. Ну, да. Так. А по поводу работы, ну, в принципе, у нас есть знакомые, которые держат рестораны и строители, но, в принципе, они говорят, что тяжело найти работников и в ресторан нормальных, и на строительство. То есть, если человек, если ты профессионал, если не ленивый, если ты хочешь работать, то ты сможешь найти конечно, работу. Конечно. Нет такого, что в Испании нет. Нужно разрешение на работу, нужно язык, хоть английский какой-то тоже будет преимуществом. Если ты уже этого ничего не знаешь, но придумай себе какой-то бизнес, что можно здесь делать. По-моему, здесь можно много чего сделать за счет того, что, во-первых, здесь местного населения сколько живет, 47 почти что миллионов, и плюс сколько туристов приезжает. В любом случае, наше море, наш климат еще никто не отменял и не отменит. Все будут сюда приезжать, потому что Европа, европейский менталитет, хорошие цены, хорошая еда, хорошее море, опять-таки дешевые билеты на самолеты, чтобы европейцам сюда спуститься. Ну и это не Азия, да? Сюда все равно будут приезжать, и здесь намного дешевле, чем в Италии и в той же самой Франции. Сидеть на диване? Можно сидеть и на диване, я говорю, но тогда ничего не получится. Рассуждать, что а почему это не делаете, сделайте это, а сам ничего не делаешь, тоже такой вариант, как бы, приходи и сам делай, да. Там мы искали помещение либо по объявлениям, либо объезжали эти индустриальные зоны и списывали телефоны, и потом назначали встречу, все приходили к нам вовремя. Потом, когда мы искали инженера, который должен был подать проекты в Аютаменто, он тоже у нас приходил всегда вовремя. Хозяин нашего помещения, он вообще приходит всегда заранее на 10 минут. Вообще никогда проблем не было. Наш адвокат тоже приходил вовремя всегда, и если опаздывал, писал сообщение, я стою в банке в очереди, или еще что-то, это понятно.
У нас вот, ну, вот не было такого. То есть такой маньяны, вот это испанское, вы не сталкивались? Не было, не было. Мы с испанцами не, ну, не сталкивались. Что, что касается дела, касается бизнеса, я не говорю за частную жизнь, потому что, ну, как бы таких у нас встреч с испанцами в частной жизни нету. А кто здесь или кто, допустим, за пивом приезжает или на экскурсии, все было без проблем. Яны, с тем мы столкнулись, с людьми, кто говорит на русском языке здесь, русскоязычные, да? Вот они уже могут такие, ну, раз тут Испания, я могу себе тоже позволить опоздать, могу не приехать, могу сказать, а завтра... Солод мы используем испанский, немецкий и бельгийский. Есть разные солода, есть основные солода и есть цветные солода, которые уже добавляются для цвета, для вкуса, для аромата. Вот основной простой солод, его можно попробовать, он такой сладкий. То есть для тех, кто не знает, солод — это обычный ячмень? Да. Или необычный? Ну как необычный? Конечно, необычный. Необычный. Можно попробовать? Слушайте, ну, похож на ячмень. Да. Пиво не пахнет. Пока что нет, а пиво еще долго. Тоже другой солод, он более обжаренный, да? То есть вот можно попробовать, у него уже будет совершенно другой вкус. Друзья, обалденно вкусно. Я просто... У нас здесь кто приходит на экскурсию, все его кушают как курочки. Черный солод для черного пива. Он уже дает пиву оттенок кофе и шоколада. Это уже такой жженый-жженый, совсем черный солод. Это пшеница, да. Нет, ну мы не добавляем ни кукурузы, ни рис, как коммерческие эти пивоварни. Чисто солод. Крафтовое пиво, где используется только ячмень, дрожжи. И вот за счет обжаривания придается определенный цвет, определенное количество сахара в зерне появляется, и потом... Все, готово. И вот оно вылетает вот так. А, то есть буквально там пополам, да. По чуть-чуть. Не в муку. Не в муку. У бабушки в деревне я видел вот примерно такой аппарат, в деревнях его называют крупорушка. Здесь происходит варка сусла. За один раз у нас получается где-то 500-600 литров сусла. Все это происходит где-то 10-12 часов. Вначале в этот кастрюлю наливается вода при определенной температуре и засыпается уже молотый солод, и начинается затирание. Вот. Здесь происходят температурные паузы всякие разные. При этих температурных паузах выходит из солода сахара, сбраживаемые и не сбраживаемые. Это когда дрожжи кушают сахар, когда не кушают. В общем, тут целая химия. Это задача технолога. Ты говоришь, я сам туда не полез, но телефон туда засунул. Потому что я говорю, когда становишься здесь и начинаешь крутить, такое чувство, что можно в космос улететь. Да-да-да. Такие космические машины. Слушайте, а сколько за раз получается пиво? 500, где-то 500-600 литров. Да. Ну и, друзья, показываю вот этот вот охладитель. И здесь можно посмотреть фильтрчан. Говорю, что сама технология, я так понимаю, что очень важно вот соблюдать именно температурные режимы, да. Там какие-то вот... Потому что даже разница в 2 градуса при паузе, когда вот мы затираем, то из солода могут выйти уже не те сахара, какие нам надо. И если мы хотим, чтобы дрожжи потом их все съели, а вышли сахара, которые дрожжи не могут съесть, они им не попадают в рот, то уже тогда они не съедят, и пиво будет сладковатое. Поэтому здесь это очень важно, за этим всем следить. После того, как произошло затирание, вся вот эта каша переливается в фильтр чан, и здесь уже все фильтруется. То есть мы отфильтровываем кашу от сусла. Эти фильтровочные пластины мы фильтруем уже от дробины сусла. А сама каша остается там? Вот здесь. Вот здесь вот. А да. Куда ее подеваете? А у нас здесь живут рядом козочки, и мы козочкам все отвозим. Здорово. Да. Самое интересное. Когда это все отфильтровалось, опять это все перекачивается сюда. И здесь мы уже начинаем кипятить. Мы доводим до 90 градусов, да, Рафик? 100, вот, и начинаем кипятить 2 часа. И на этом этапе мы уже засыпаем хмеля, либо добавляем мед, если это медовое пиво, если это новогоднее пиво, добавляем какие-то специи. Но
Хмеля тоже. Одни идут на горечь, другие идут на аромат, и технолог тоже знает, когда, в какое время, какой хмель добавить. Потому что бывает так, что ты в одно пиво добавляешь один и тот же хмель, но в разное время. Тут задача технолога – все сделать правильно. После того, как мы все это сварили, это надо все быстро остудить и отправить на брожение. Будет очень интересно, как происходит процесс. Нам все об этом подробно рассказывают. И вот это самое интересное, то, что вы можете тоже посмотреть, увидеть на экскурсии. Если... Для каждого вида сорта нужны определенные дрожжи и определенная температура брожения. Брожение у нас происходит здесь 7-10 дней. После того, как пиво сбродило, мы его переливаем в камеру созревания. И здесь уже пиво начинает созревать 6-7 недель. То есть от момента помола солода до выхода к клиенту пива проходит минимум 2 месяца. То есть, получается, так сварили, такого не бывает. Свежесваренного пива нету, по крайней мере, у нас. То есть ему надо непосредственно созреть, как вину, как сыру. Потому что если оно не созрело, то его вкус будет такой разный, он будет гулять, он будет не округлый, но такой непонятный. Во время созревания пиво набирает вот вкус, и мы тогда уже ощущаем послевкусие, букет, аромат, все вот это, оно меняется. И у нас одно пиво было, которое стояло 3 года в бутылках, и когда мы через 3 года его открыли, там было просто взрыв вкуса. Смелее, Алексей. Ой, как здесь прохладно. Это камера созревания. Сейчас здесь идет такое, как бы, моется, в общем, танк для того, чтобы заполнить на созревание тонну пива сюда. Которая сбродила уже. Вот. Здесь у нас 2 камеры на брожение, Здесь у нас танки по 1,5 тонны. Мы как делаем? Мы варим 2 дня подряд. Тонну пива. Вот она, тонна пива. И когда пиво бродит, то это получается все пена. Поэтому танк намного больше. Вот это пиво уже готово перейти в тот танк, который моется. Почему 2 камеры? Потому что, опять говорю, что для каждого пива, для брожения своя температура. Можно зайти. Здесь уже пиво, которое мы сварили на прошлой неделе. Оно вот бродит. Уже даже немножко отбродила была пена, да. И когда пиво бродит, здесь невозможно дышать, потому что углекислота стоит. Итак, друзья, вот в таких вот чанах, бочках рождается пиво. Да, здесь уже оно уже по вкусу будет напоминать пиво. Очень интересно. Но уже нет активного брожения, уже поставлен шпунт-аппарат для газации. Дрожжи идут какие-то специальные? Специальные, на каждый сорт свои дрожжи. То есть нельзя там это в Лидере купить? Нельзя, ни в коем случае. Перед тем, как сюда переехать, в Испанию, мы проехали Испанию на машине от Барселоны до Гибралтара и заезжали еще вовнутрь. И, естественно, смотрели, где чего не хватает, что можно сделать, что можно сделать вдвоим, опять-таки, на какие средства. Приехав в Латвию, мы в тетрадке написали там 12-13 видов бизнеса, поставили плюсы, минусы, риски, ну и в итоге вышла пивоварня. Интересно. Просто в Испании, наоборот, как бы все занимаются вино, там, ну, более винная культура. Но пиво, по статистике, в Испании пьют больше пива, чем вина. Вот этого я не знал. Как я, насколько знаю, что испанцы достаточно консервативны. Как они ходят, долго смотрят или любопытно идут пробовать? Ну, кто-то идет любопытно и пробует, кто-то долго смотрит, и кто-то не пробует и не хочет. Все по-разному. То есть, ну, люди везде одинаковые. Люди везде одинаковые. Есть такие, что и 20-летний скажет, что я ничего не хочу, а есть 80-летний испанец, который вот у нас в Картахене, у него был бар в центре, прямо Картахены, как с набережной выходишь. А там такой испанец, он сидел с сигарой в этом, как это у него назывался, берет такой, вот такая борода. Я к нему пришла с образцами. Он такой: все правильно. Сейчас, говорит, народу не надо, говорит, все простое, надо что-то интересное. Курил сигару и такой: ты приходи, говорит, во вторник,
у меня будут официанты, они попробуют, и тогда мы решим, что берем в бар. Поэтому все зависит от человека, от его видения, да, от его желания. В принципе, и испанцы, они новое пробуют. Да? То есть мы стояли на фестивалях, на гастрономических рынках, на простых рынках, на выставках. Они пробуют, и это нормально. 18-й год, здесь уже началось такое вот крафтовое направление, Cerveza Artesana, и, в принципе, уже в каждой деревне они начали проводить пивные фестивали. В Фейсбуке у испанцев очень много групп по крафтовому пиву, и много знатоков, и много коллекционеров. Все бутылки мы используем новые немецкие, и вторичный раз мы бутылки не используем. Я, кстати, обращал внимание, в Испании в основном все заказывают тканью, но в основном да. 33. Да, там, да. Нет такого. Нет. Такое только в баре, англичане, там, ирландцы. Вот, температура. Потому что даже 0,33 человек не успевает допить, как оно уже теплое стоит в стакане, и он уже заказывает следующее. Это очень важно. Это очень важно, потому что мы тоже, когда приехали, у нас в Латвии было 0,5, 0,5, 0,5. А здесь, ну что это за размер? Там 0,33 или 0,250. А когда ты здесь уже прожил, ты понимаешь, что это именно тот размер, потому что тебе принесли, ты сделал 2-3 глотка, поставил на стол, и так настолько жарко, что оно быстро согревается. И поэтому надо быстренько выпить и заказать свежее. И я вот говорю, что 0,33, и то даже не успевают допивать, заказывают свежее. Бутылки мы тоже разливаем все вручную. Пока. Бутылка перед заполнением сначала дезинфицируется специальным раствором, потом идет на сушку. И уже тогда вот здесь через пегас заполняется бутылка вручную. Крышечки мы тоже все дезинфицируем в дезинфицирующем растворе. Сюда вставляется крышечка, и вот так вручную закрывается каждая бутылка. Обалдеть. Ну, в общем, короче... Вставляется бутылка. Затягивается, подается чуть-чуть газ на противодавление, открывается подача пива, пиво наполнилось, дается человеку, дается кругу. Итак, друзья, вы впервые, может не впервые, но мы точно впервые стали свидетелем, как закупоривается бутылка на производстве. Крафтовым производством. Крафтовым, да. Каждую бутылку идет две этикетки. Вот так мы отрываем здесь и вручную приклеиваем. А этикетки, они... Этикетки мы заказываем в типографии. С обратной с этой... Да, да, это клеющая бумага, вот, да. Угу. Еще ставим сюда... Handmade, да? Handmade. Еще ставим сюда две печати, номер лота и срок годности. И на одну бутылку идет две этикетки. То есть... Друзья, смотрите, вы можете заказать вот... индивидуальные этикеточки, то есть по вашему дизайну, да, Ольга, можно здесь дизайн заказать, то есть все доступно, все интересно, в подарок мужчинам, болельщикам футбола, когда мужчины когда собираются, наверное, да, поболеть. Рады получить такой подарок, еще пиво, еще есть. А мужчины рады будут, да? Ну-ка расскажите. 67% мужчин, которые на канале, все рады. Все будут рады, да, мужчины, все, девочки, заказываем мужчинам подарки. Те, кто занимается недвижимостью, те, кто даже вот у кого там парикмахерские или эти барбершоп, в принципе, она то бутылка будет стоить тебе, но недорого. Да. Но если ты каждому клиенту оставишь подарок, конечно, ты добавишь эти 1,5-2 евро к стоимости своей работы, да, ты не останешься в накладе. Но ты дашь подарок очень оригинально и креативно. Друзья, очень интересная экскурсия. У вас есть такая уникальная возможность. Кто живет здесь, кто приедет сюда, посетить такую экскурсию, вам расскажут. Нам расскажут все подробно. Нам очень интересно. Мы пришли всей семьей, все взрослые нашей семьи пришли посмотреть и показать вам, друзья, как обычно. Очень интересное производство. У нас же здесь еще рядом красивые сады, и там же тоже все. Барышни, они бескатные. Там уже просто... Да, там проверяют. Я хотел надеюсь, что все проверяют. И вот холодная вода для охлаждения. У меня следующий вопрос. Все то же самое я рассказываю на экскурсии, показываю. И для экскурсии уже можно заранее заказать, если кто-то хочет, может быть, какие-то закуски или какую-то еду, тогда мы это тоже можем приготовить. Либо, если не хотят, можно просто уже продегустировать пиво и посидеть попить пиво.
Итак, друзья, смотрите, какое замечательное пиво на этой пивоварне. И вы можете, это очень недалеко от Тервехи, от Аликанта, вы можете приехать сюда, ну, предварительно записавшись. Телефон и ссылка будет под видео. И помимо самого пива, можете здесь заказать и различные блюда, и национальной, и среднеазиатской, и манты, плов, я так понял. Вот и... Ольга нам, может быть, расскажет, что ну, можно. Ну, давайте, я сейчас вот передам микрофон Ольге. Да. Можно заказать плов, можно заказать манты, можно заказать копченые изделия. Это копченые ребра, копченая буженина, копченую рыбу, малосольный букерон, чебуреки, манты я говорила, беляши, медово-чесночные сухарики под пиво, закуска наша такая национальная. Только все надо заранее заказать и на определенное количество человек. Вот эта ткань у нас на фабрике стоит 1 евро. Ну, не половинка, а целая, да? То есть, вот. Бутылка евро 20, и можно взять с собой на разлив пиво из крана в 2-литровую пластиковую бутылку, но ее надо выпить быстренько, там в течение 2 дней, литр 2 евро. Я была в понедельник на собрании в Аютамента, в мэрии нашего города, и 12-13 июня они уже хотят сделать праздник Фиеста де Фламенко, Фиеста де Верана, и приглашают нас туда принять участие. Ну, наконец-то что-то начинает двигаться. И один из организаторов Меркадо Медиаваль написал мне тоже письмо, что они... В 20-х числах июня будут делать Меркадо Медиаваль, средневековый рынок, где-то под Мадридом. То есть, значит, что-то мы начинаем двигаться, слава богу, да. Скажите, вот вам помогает вообще Аутамьенто? Ой, у нас такое Аутамьенто замечательное, просто. Зимой где-то я написала им письмо, что здравствуйте, через Google переводчик, я такая-то, мы такие-то, такие-то, мы иностранцы, открыли у вас здесь пивоварню, хотим вас пригласить на экскурсию. Они сразу же отреагировали. Где-то записались, и через 2 недели Аютамьенто, коммерческий отдел, туристический отдел, еще какой-то отдел, они пришли сюда. Да, потом Алькальде уже пришел, сам мэр. Они пришли сюда, мы их здесь угостили пивом, взяли переводчика, переговорили. Они такие были счастливы, они такие, как хорошо, что вы открыли в нашем городе пивоварню. Ведь сейчас, говорит, уже это так модно, говорит, и каждый уважающий ресторан держит не просто карту вина, а карту пива. То есть они вот, ну, понимают. И они стали нам помогать. Они все участие в городских праздниках, фестивалях бесплатное. Гастрономические выставки бесплатные. Они сюда привезли нам экскурсию 2 автобуса бабушек и дедушек, которые каждая бабушка взяла по 4, по 5 бутылок пива. И мэр сюда приходил к нам, ему тоже все понравилось. Сейчас, правда, другой мэр, мы должны его пригласить заново. По-другому никак. По-другому никак, но с тобой нормально общаются. Все здороваются, все поцеловали в обе щеки. И мэр, проходя мимо, всегда спросит, как у тебя дела, поцелует тебя в щеки и говорит, ну я же не просто, ты же знаешь, что я же не просто мэр, я же тот человек, который люблю твое пиво, да? То есть, ну вот это. И у тебя нету какого-то страха пойти в мэрию, там что-то спросить или что-то узнать. На сегодняшний момент у нас получается 5 сортов пива. Самое первое – это светлое легкое, где-то 4,5 градуса. Это то, что пьется в Испании с утра до вечера и всеми. То, что у нас не бьет в голову, то, что мы пьем, потом садимся за руль и спокойно едем. Как я говорю, это испанская вода, но она нам нужна. Без нее никуда. Дальше у нас идет пшеничное пиво. Мы его сварили первый раз. Раньше у нас спрашивали, есть ли у вас пшеница, мы ее не варили, но сейчас мы ее сварили, посмотрим, как пойдет на рынке. Если на рынок зайдет, значит, будем варить. Если на рынок не зайдем, значит, не будем варить, потому что, ну, смысла нет. Следующее пиво медовое. Мы сами из Латвии, и в Латвии очень много пивоварен, варят медовое пиво. И здесь мы тоже решили попробовать сварить медовое пиво, и попали прямо в точку. Оно зашло всем, и испанцам, и англичанам, и, конечно, нам.
ну, русскоговорящий. Это, наверное, первое пиво, которое рестораны брали. Рестораны стали брать на разлив, на краны ставить, потому что здесь, в Испании, вообще не было медового пива. И когда мы стояли на рынках, на фестивалях, и испанцы такие: «Cerveza con miel?» У них так вообще столько было непонятностей в голове, как это пиво, да еще с медом. Следующий сорт — амбарина. Янтарное пиво, оно уже идет по насыщеннее, покрепче, и оно идет с оттенками хлеба, карамели и сухофруктов. Следующий сорт пива — это новогоднее, Навидад. Здесь мы уже добавили разные приправы: это корица, это имбирь, это перец, это кориандр, это гвоздика, это специи, да, корки апельсина, карамель. И также мы предлагаем, можем предлагать, как говорится, пиво с индивидуальными этикетками. Либо для ресторана с названием ресторана, вот, с его дизайном, либо частным лицам на дни рождения, либо на какие-то праздники. Вот, то есть это можно все сделать. У нас есть дизайнер свой, который может сделать этикетку. Либо если у клиента есть свой дизайнер, мы тогда ему даем размеры, и он тогда делает этикетку и может принести. Лазером выжигаете тоже здесь? Или лазером выжигаем прямо здесь на производстве. У нас стоит небольшой такой станочек, и можем тоже лазером выжечь любую надпись там. Вот это выжигается 2 часа. Два часа, потом надо еще сколотить ящик. Mm-hmm. То есть лучше все заранее заказать. Понятно. И точно так же этикетки заранее заказать, потому что над этикетками работает дизайнер, поэтому ему тоже надо время, чтобы он ее сделал и отослал. Печатать мы уже здесь печатаем. Если небольшое количество, мы здесь печатаем. Если уже количество большое, тогда в типографии. Либо клиент сам заказывает в типографии, либо тогда мы уже заказываем. Испанцы. 9 фестивалей мы, в принципе, посетили. Здесь все в радиусе 100 километров. Итак, друзья, спасибо, Ольга, спасибо, Рафик, за то, что мы сегодня сумели посетить, имели такую возможность посетить вашу уникальную пивоварню, и вы нам провели экскурсию, все рассказали, очень показали, интересно. Все очень интересно. Так что, друзья, если вы хотите посетить пивоварню, если вы хотите отведать хорошего, вкусного, свежего пива, если вы хотите здесь провести какое-то мероприятие, все контакты будут под этим видео. Пишите, звоните, приходите, вам всегда будут здесь рады. Да, добро пожаловать на нашу фабрику, на нашу пивоварню. Мы всегда на связи и всегда открыты для вас. И, как говорится, если чего-то у нас нету, то мы придумаем специально для вас того, чего у нас нету. Вот так вот. Замечательно. Все, всем пока. Всем пока. Смотрите наш канал. Увидимся в следующем. Ставьте лайки. Ставьте лайки. И подписывайтесь. Всем пока-пока. Про колокольчик. И про колокольчик.